Там мы пока счастливые едем. Это мой первый бокал, скажи. Да-да-да. Это я на соревнованиях. В таком доме мы будем жить. Нихуя себе. Я сам сюда внизу. Видите, машина, что мы за холодильник работала внизу, да? Внизу сам где там хуёво, это без воде, да? Похуй. Машина можно... Так, тест-драйв, гонщики собираются, блядь, шлем мокрый, пиздец, как нахуй девка, блядь, первую брачную ночь. Хуяк, нихуя себе рыбаков. Да, полностью. Так, тест-драйв пройден успешно, надеюсь, камера включится.
Бля, куда ты, брат? Ага. Да бессмысленно ехать, вся траектория занята, он попёр. Хуяк, лёг, потерял силы. Бля, Димон заскочил, а я лоханулся, нихуя. Димон пошел, да. Я тоже вроде шел на камере, на камне подпрыгнул и пизда. Потерял ход и не зашел.
Блять. Ладно. Если попробовать сюда. Нормальный вход здесь. Тут на бревнах разложится 3 пальца. Что, эндуро парк, да. Спокойнее, Алёш. Спокойнее, брат. Ух ты, жопу. Кидай. Ага. Ну, конечно. Брёвнышко. Привет. Ха! 12 минут, пацан, да? Пиздец, нахуй, блядь. 12-летний пацан, да, 17 минут пролог, да? Или 16. О, нормас. Дерево, привет, я тоже рад тебя видеть. Шарочка, спокойненько. Мы едем назад. Бля, ничего ж сложного. Как я тут... О, бля, скользко. Ага.
Что забиваются. Говорю, я еду, как олень на жопе. Я не знаю, как я поеду оставшиеся два дня. Доеду ли я их, без понятия. Шерка топ, райдер говно. Скользко. Да что с руками-то такое? Фух. Понимаю. Еду как дно. Неужели отдых не понимает? Тут расслабиться вообще нет, это, наверное, поэтому и забивается. Сы. Можешь объехать, если хочешь. Поссать остановились. Да я вижу. Ну, сейчас объедешь. Можешь объезжать. А? Хорошая идея. Ну, у меня руки прям забились, я уже просто не хочу объезжать. Я не знаю, я закис прям вообще в моменте. Меня тоже забились, но я поехал. Хуже будет. Я понимаю. А, нет. А?
ногу, 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 ногу. Бля, хреново, ты стал не вовремя. Ебать, ебаная GoPro нахуй. Пизда, мне GoPro за руль зацепилась. Нахуй она мне нужна. Нахуй мне ее повесили, блядь. Контент? Ну да, творожок. За рулем шерки. А что у тебя со стартером? А? Че ты кикуешь? Что у тебя со стартером? А, с ним все нормально, его нет. А, заебись план. Завтра ты кайфанешь, я думаю. Ебаный петух. А вот этого я вообще не планировал. Перихнул. Ну что, заебался? Вообще пизда. Я сам нахуй. А? Аккумулятор это, нету болтов? Мелких? Да. Я... Не, брат. Есть стяжки. Можем попробовать стяжками, контакт какой-то будет, доедешь до финиша. А искрить не будет, брат? Будет, да и похуй. Тебе главное финишировать сегодня, осталось тут пару минут. А есть водичка? Да. Она изотоник. Сзади всегда, пожалуйста. Что-то чуть-чуть осталось, да? Ну, я думаю, да, если пацаны за 17 минут финишировали, мы уже полчаса едем.
Болтов нет у вас от аккумулятора? Что? От аккумулятора болтов. Да никто с собой их не возит, братан. Бери стяжки, на. У тебя кика нету? Кикуй тогда. А, у тебя китайка. Ты у тебя китаец? Нет. А, бета? А, все, да норм. Все ништяк. Давай, 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 газу, газу, газу. Я сам тут наебнусь, но ты газуй, братан. Главное, не падайте, ребят, все остальное хуйня. Постоишь, вроде отпускает. Начинаешь ехать, закисаешь. Вот опять, сука, на ровном месте. Олень, ты Алёша. А, ёхараный бабай. Наваляюсь уже, блядь, на 5 лет вперед. Димона, поехал бы, ну ты, может, и, конечно, больнул бы без воды, без проблем, но я пью, да хуя пью. О, прогон, заебись. Вот это уже не заебись. И куда-то по замыслу? Сюда, наверное. Знаешь, а по тропинке ехать пиздато. Но разметку ездить было бы еще лучше. Закис? А? Закис? Ну, закисли. Вообще пизда, я тоже в ахуе. А что-то нормально. Я ж витаминки не выпил. Вот олень. Ух ты! Вах ты!
самые, сука, подводные камни, блядь. Только вода высохла, стала земелька, блядь. И корни нахуй. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Бегал, что ли, блядь? Ну, майка твоя не пахнет, сука. Дайте мне белые крылья, я нахуй улечу отсюда. Костя. Очень скользко. Перив. Дайте мне белые крылья. Второе дыхание. Не надо сегодня открываться. Приходи ко мне завтра и послезавтра. А чтоб еще и 6 за тобой в гости шли. Мне не место, не надо. Просто медалька моя заветная, медалечка. Ой, заебись! За имбирь! Думаешь? Камни скользкие, не подвезли. Камни вообще пиздец скользкие, я в ахуе от них. Я просто думаю, что надо другой траектории, не так, как ты. Ты выбрал самые камни. Вон даже на передаче он скользит. Да он на всем тут скользит. Ладно, соглашусь с тобой, пойду пешком. Ой, бля. Дайте. Блять, тут самому скользко. Не, заебись, что он ногах не пошел. Я бы улетел вон тудашеньки. Оп-оп-оп-оп. Вон тудашеньки, в то бревнышко. Я надеюсь, всем хорошо видно. Пейзаж показал. Буду страдать дальше. А, видео так и назвали. Творожок на ширке поехал в белку. Блять, рифму даже. Творожок, творожочек. Ляпота. Бля, ну конечно красиво тут. Вообще кайф. Ну ты что, олень, Леша, или что вообще? И снова здравствуйте, да? Концерт согласно вашим заявкам объявляется открытым. Маэстро, запивай! Блять, откуда такое настроение хорошее? Я ж, блять, платил за эти страдания, сука, еще и мотоцикл для этого купил. Дебил! Белорус? О, а ты? Ясно, потом поговорим. Давай, брат.
Бедные ручечки. Да нахуй тут еще бревно. Соревнования нет, отношения не имеешь? Ты что, Беларусь у вас находит? Не. Я Леша, но не тот Леша. Ты откуда? Что зовут? Леша. Тебя как зовут-то? Серега. Приятно. Может, еще увидимся. Я думаю, увидимся. Слушай, я думаю, что будешь почаще приезжать сюда. Бля, ну здесь круто у вас вообще, охуенно. Ну комары... Здесь федерация мотоспорта Карелии. Блин, ну здесь очень красиво. Комары, конечно, ключи, даже дождем кусают. Помимо шустрой белки еще есть чемпионат Карелии, Кубок Карелии, там все время. Спрятки 500 мм еще. Ну, грязный бурундук вот был недавно. Да. Ребята, которые съездили на бурундука, сказали, мы не поедем белку. Они еще не отдохнули. Ты что, может, слышал, выселили? А? Выселили соревнования, слышал? Еще раз, выселили, выселили. Нет. За прошлый выходной. С Тюмени были, да, с Пензы приехали парни. Но в Беларуси никого не было. Будет повод, приехали. Но там у нас соревнования... Кунцевича приглашайте, если хотите. Ближе к антрикросу. Из такого особого перевала. Есть, конечно, горбеска. Но в основном спаришь, вторая, третья. Ёшкин ты барабан, веточка, ты чё такая скользкая? Так, 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 лучше сюда. Как думаю, а может и не лучше. Ну, уже поздно. Поздно пить боржоми, если печень отказала. Опа, 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 я даже обогнал кого-то, ёлка, временно. Бля, как тут ехать? Ебашить по прямой, а будь дальше, будь что будет, что ли? Наверное. Да 7 В007, охуенная резина, ёпта. А вот свеча говно троит. А куда тут? Вниз? Ебать, я въебал! Ух ты, ёб! Тара! Ебать! Бля, классная гонка, но завтра 25 километров. Весело. Я первый раз на таких вот вообще зарево. Кайфую, пиздец. Ну и умираю попутно тоже. Да тут не чинишь и дело. Я думаю, о завтрашнем дне. Что говоришь? Не-не, ничего не говорю. Фух. Так а где финиш? Вот просто спуститься? А, сейчас раз, вон налево, вниз. Я и... не помню точно как. Ну примерно там. Проехал.
срезаться она. Ну, в принципе, бля, B007 держит. Может, на ней и ехать. Бля, 1:28, а нет, 1:58, нормально. Для творожка идеально, ёп! Так. Правильно понял, это на мойку все, правильно? Бля, кайфовая гоночка, слушай. Кайфовая гоночка. Руки окисляются, вот, просто. Ты выехал 100 метров, рук нет, все, до свидания. Особенно, когда я, как творожок, так я вообще пиздец кайфую. Пишешь ты? Пишешь? Ну вот такой вот был пролог. Все по кайфу, все круто. Клево. Я творог, я сознаю.